Всем привет, дорогие зрители, на связи снова IT District, это уже второе видео на этой неделе, и я решил вам, в общем, я искал некоторые шаблоны и нашел очень интересный шаблон и решил сделать на нем курс. Сейчас объясню, почему я решил сделать на нем курс. Я просто увидел шаблон, который, вернее, тему оформления, которая, это тема оформления интернет-магазинов, которая абсолютно не похожа на все остальные, и она выделяется. Честно говоря, я планировал для себя сделать магазинчик по, в общем, там, сфере Android-разработки. И, кстати, эту тему я также для себя в дальнейшем возьму. И, кстати, с этим решил сделать обучающий курс. Заранее скажу, он выйдет в этот понедельник. И сегодня я хочу вам немножко так презентовать и показать, что представляет из себя эта тема и что будет на курсе. Смотрите, в шапке сайта идут контактные данные, идет логотип, идет меню, да, тут система поиска, добавить товар в избранное, личный кабинет, корзина и вот такие социальные сети, да. Но мы также поставим эти соцсети, я вам покажу, как поставить свои, типа ВКонтакте, Одноклассников. Далее идет баннер, но мы его затемним, значит, и переход в каталог. Далее вот идет такой рекламный баннер к категории товаров джинсы, да, допустим. И вот смотрите, как он классно тут сделан. И дальше идет то, чем, собственно, мне понравился этот сайт. Смотрите, вот идет такой блок, во-первых, наш каталог и презентация таких как бы категории товаров, и дальше вот идет такая очень интересная секция. Смотрите, в общем, здесь идут, видите, товары все вперемешку. Здесь, допустим, для того, чтобы тут по-английски написано, мы переведем это все на русский язык. Смотрите, и здесь получается у нас идет, допустим, категория акционные товары. Мы ставим здесь, и, пожалуйста, это отображается один акционный товар. Либо все новые товары, да, пожалуйста. Также мы можем фильтровать здесь все по категориям. Смотрите, только джинсы, только куртки. Джинсы и куртки, снимаем джинсы, только куртки, да. Смотрите, какая тут классная опция, да, и джинсы. Значит, и тут есть два варианта просмотра. Первый вариант просмотра — это такой превью просмотр. Смотрите, как все открывается в всплывающем окне. Эта опция всегда раньше была во всех шаблонах, ну, которых было вообще это предусмотрено. Она была доступна только лишь в платных версиях. Тут все это дается бесплатно. Ну, давайте закроем и переходим в обычный режим. Ну, тут можно все... Сейчас я вам покажу. И в обычном режиме вот так вот. Видите? Фотографии, изображения меняются. Да, выбираем M-ку. Черный. И, пожалуйста. Количество, все подробности уточняйте у менеджера, да, таблица соответствия размеров. Все у нас работает. И вот тут, смотрите, очень интересная вкладки сделаны красиво. Купить за клик, доставка и оплата. И внизу вот такой в табличной форме артикул, да, категория джинсы и бренд. И, ну, естественно, похожие товары выгружаются. Сейчас перейдем на главную страницу. И, кстати, вот в акции вы видели, какой стикер висит. Ну и очень интересно сделан подвал сайта. Сегодня я хотел быстренько вам презентовать новую обучающую программу. Значит так, она стартует в понедельник. Это закрытый курс, будет проходить на закрытом сайте. Там будет все. Там в этом курсе будет абсолютно все. Я запакую туда весь свой опыт. Там будут и вот такие фильтры с товарами. И в самом каталоге будет. Я вам покажу, как еще можно создавать фильтры товаров. Мы все сделаем. Мы узнаете, как правильно настроить личный кабинет. Всякие капчи показать, поставить формы. Форму правильно, как сделать. Всякие защищенные соединения, как сделать. То есть полностью весь свой опыт. Полностью все. Вся информация, которая у меня есть. По созданию сайтов на системе WordPress я запакую в этот обучающий проект. Старт, значит, в понедельник, в этот, 18:00. Если вы записываетесь, сегодня получается 19 июня, если вы записываетесь до вторника, до 23 июня, то стоимость обучения будет стоить всего лишь навсего 800 рублей. А если вы записываетесь после вторника и в любой момент, через год, через полгода, когда угодно, то стоимость будет 1000 рублей. И самое главное, для всех тех, кто упал уже у меня платное участие, да, проходил либо WordPress революцию вторую версию, либо WordPress трансформацию, для всех тех стоимость обучения будет составлять всего лишь навсего 500 рублей.
для консультации и для записи на обучающий курс вы должны будете мне написать в личку. Все ссылки есть в описании, либо ВКонтакте, либо e-mail, либо Facebook, либо Twitter, либо даже, по-моему, я даже на Instagram оставлю ссылочку, хотя Instagram не веду, просто у меня есть аккаунт. И, в общем, записывайтесь, до вторника записывайтесь, 700 рублей, после вторника 1000, для всех тех, кто убрал мои обучающие курсы, по 500 рублей. В общем, спешите записываться, старт в понедельник 18:00. Все, на сегодня у меня все, всем удачи, всем пока.